Главное издание человека. Один человек, а там было 288 батальонов, которые пытались их пробить, и были бы у них до конца боеприпасы, никого бы не пропустили. Не стыдно, вы сумасшедшие! Что вы говорите? Какой мамалы были? Вас накормят, дерьмо носа! Командир одобрил, я на передовую хотел перейти, и он мне послал по интому в Чечне. Иди береги направление, не говори, пожалуйста. Где вы стоите? На Кубань. А где ваш командир батальона? Батальон там, в Гивячина. Там находится. Меня командир одобрил, ты все отпустил. Я на передовую хочу. И он сказал, езжай в военкому. А что же тебе бумага? А что же он тебе бумагу не дал, что он тебя направил? Где у тебя направление? Сейчас разговор. Где бумага? Бумага где? Что, сам встал и поехал? Где рекомендация командира? Нет у тебя ничего. Садись. Все это разговоры. Взял. Дух ты бывает, вы все видите. На Рице собираться. Мы шли туда и... На Рице собираться? Да? На Рице. Что там, купальный сезон у вас открывается? Нет, вот это... А что он собирается? Он должен быть там, наверху находиться. Потому что собирается, чтобы разбирались, как зайца. Я самый последний спустился, я когда... А как я должен определить, ты последний спустился или первый? Меня спустили, я сам не мог идти. Ты ранен? У меня камень попал в позвонок. Я вообще, у меня две трещины. Если я не воевал бы, мне даже слова не говорил бы никто. Я если ты раз, ты должен находиться не там, а должен в больнице лежать. И я и сейчас тоже пойду, я не говорю, что не иду. Кто со мной был, знает, как был и что был, и что делал. Я же не могу... Слушай, ну скажи мне правду. Скажите мне правду. Почему мне у каждого вас выяснять? Может, действительно вы не хотите воевать? И не надо. Вы готовы сложить оружие? Я еще раз, я не шучу. Скажите, может, действительно такое положение, что вы не хотите воевать? Скажите, ну, я еще раз спрашиваю, почему вы молчите? Если вы бежите назад, как зайца рассыпаетесь по дому, а кто там будет за вас воевать? Что там, дураки, что ли? Вы товарищи своих, вы предатели были, свои товарищи бросили, сбежали вниз. Предатели самые настоящие, больше другого не знают. А как? А как, а как понять а еще? Поднимись? А что, а как понимать? А кто тебя сюда отпустил? Мы? Не, он не он. Что вы? Мы на своем месте, извините. Мы хотели с десантом отправиться, вчера машину разгрузили, сегодня... Каким собирали. Десантом? Вот что на барже были. А кто какой десант? Кто вам сказал, что десант был? Мы четыре раза заходили, не смогли высадиться там. С баржами. Отменены всякие десанты. Да. Оружие в руки и туда, на фронт. Пойдем, пожалуйста. Сегодня сказали... Да не пожалуйста, слушай, мне это тоже больше всех не надо. Вы поймите, чего я вас тоже уговариваю? Что вы ради меня воюете, что ли? Да вы представьте, что творят они, не сволочи, как они вчера выступали, как они издевались над нами. Тебя это не касается. Как они издевались над нами, я не знаю. Если вы себя, мужики, если вы себя хоть чуть-чуть уважаете. Как они издевались, что они говорили вчера. Это трусы, говорю. Они как зайцы бегут, говорю. А вот еще говорю. Сам говорит, сегодня Бургуля собирает нас, мы его отправим все группы, потом он там определит, что почему. А Бургуля что у вас, командир что ли? Мы же сам с Баржи хотели туда поехать, но он сказал, что они собираются. У нас люди, которые разгружают, погружают. Вы успокойтесь, и больше бегать сюда не будет. По-другому у нас уже не получается. Откуда герои? Откуда? Кто такие? С какого батальона? Это который богатырь, да? А-а-а. Знаю, слышал о ваших геройских действиях. Ну как, мамалыгу покушали? Как у вас мамалыга? Все нормально? Горячую мамалыгу вам туда ребята подарят на передовую? Пробили всех состав. Я думаю, третий батальон это вообще его надо распустить. Это позорный батальон, это предатель. Распустить его надо. Ограничить дела, где все оказались. Джорджи, как оказался? Вот мы тоже дома не были уже сколько сегодня утром. А сколько ты дома не был? Сколько дома не был? Мы просто мы отпросились, отпустили нас. Слушай, ты что, в школе учишься, что ли? Отпросился и приехал сюда. Ну меня командир отпустил. Сказал, какой командир тебя? Где увольнительная?
Нет у нас печати, ничего. Тебя за это надо поставить вот там и расстрелять. Иди, дезертир! Садись, Аварий! Садись, быстренько! Садись! Дезертир ты! Еще один явится сюда без увольнительной. Вы дезертиры! Дезертиры, повторяю! Никто вы больше! Дезертиры! Вот как называется на правом языке. Давайте всех по батальону определите, кто из каких, и обратно отправляется. Всех обратно. Не надо туда. Вы засняли их лица? Каждого в отдельности снимите. Каждого в отдельности. Пусть командиров запишут с командиров. Тех детей, у которых братья, сестры, которые, братья, которых отцы погибли там. Их из-за них тоже расстреляют. Все, давайте всех определить, какие батальоны, все, все. И отправляйте всех. Хором, скопом туда. Под охраной. Кто-нибудь шаг сделает, стрелять на месте. Все. Позор это нас. Отец там! Солдаты вы!